Right to Life presents. На тревожных фотографиях видно, что Поппи, двухлетняя девочка, скрещенная с Уиппетом, была настолько худой, что едва могла стоять. Ее тело было покрыто ранами, и ветеринары говорят, что есть доказательства того, что она была настолько голодна, что отгрызла кончик своего хвоста. Мартин из Берслема, Стаффордшир, в прошлый четверг получила 12 месяцев лишения свободы и запрет на содержание животных в течение 3 лет. Суд услышал, что Мартин отвезла Поппи к ветеринару 12 января и сказала, что ее питомец очень сильно потерял в весе за период от 1 до 2 недель. Она сказала, что в то же время появились множественные поражения кожи, в то время как большой абсцесс на спине Поппи развился в течение 2 дней. Когда Мартин отказала сплатить за анализы крови и сказала, что лучше бы Поппи усыпили, чем лечили, ветеринар связался с RSPCA. Инспектор RSPCA Натали Переховски расспросила Мартин, которая призналась, что не отвела Поппи к ветеринару раньше, потому что не могла оплатить счета. Она сказала, по тяжелому состоянию Поппи было ясно, что она уже долгое время не получала надлежащего ухода. «Мы всегда призываем людей, испытывающих финансовые трудности, обращаться за помощью, поскольку есть много организаций, которые могут предложить поддержку». Второй ветеринар, осмотревший Поппи 13 января, сказал, самые значительные и драматические изменения коснулись кожи Поппи. Из-за плохой мышечной массы кожа на всех ее костных элементах, в основном на тазу, была разорвана, а кончик хвоста отсутствовал. Неясно, произошло ли повреждение хвоста из-за травмы или была нанесена самому себе, из-за сильного голода и копчиковые позвонки, кость внутри хвоста, были обнажены. Самой очевидной аномалией был большой абсцесс на спине Поппи над грудным отделом позвоночника. Оно было около 5 сантиметров, заполнено жидкостью и вызывало дискомфорт при прикосновении. Кожа в области абсцесса некротизирована. Мартин также было приказано выплатить 600 британских фунтов стерлингов в качестве компенсации, а 2 другие собаки, которыми она владела, были изъяты и переселены. О Поппи заботилась благотворительная организация Alsager Animals in Need из Чешира, и с тех пор она чудесным образом выздоровела. На протяжении всего этого она была идеальным пациентом и ни разу не пожаловалась. Свет действительно вернулся в ее глаза, и ее любвеобильный темперамент покоряет всех, кто встречается с ней. Она любит, когда ее гладят и суетятся, она просто настоящая милашка. Сейчас она живет у одного из волонтеров, и ей там очень нравится. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.